Хочеш сухпай, орка? Трошки слинка точиться. Гидко брати то до рук, але я мушу. Шановні, в етері спецвипуск шоу «Їда Дурнєва». Наші друзі-військові передали нам сухпай полоненого орка та два сухпаї ЗСУ. Один з Західної України, а другий з Одеси. Давайте разом подивимось, чим годуються наші словетні воїни та орки з Московії. А в цьому допомагатиме мені зірка українського стендапу та учасниця жіночого кварталу Лєра Мандзюк. Прямісінько з Закарпаття. Поїхали! Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Ага. Доброго вечора, ми з України. Привет. Привет. Леша. Я Лера. Лера Мандзюк, стендап-комік, золотко Карпат, фанатка Івана Поповича. Прикольно. Тобі. Лера, да. Ти щось дивишся, я не знаю, окрім поганих новин? Ти бачиш, як ті блогери там в Росії, що вони роблять? Ну, я особо ні на кого не підписана і новості не дуже никаю. Но є канал. Боже, який файний канал. А ну? Боже, яка я рада, що такий канал. Це віддільний вид іскусства, я вважаю. Що за канал? Плюси? Нет, он называется «Боже, як і кончене». Ти видів такий? Так, то видел? Ми робимо. Да? Ну? Не годно бути. Боже, які ви молодці, Боже, як і кончене. Я дихати легше, коли дивишся, як вони там усі ревуть. Угу. От скажи. Та де? Я десь раніше, коли в інстаграмі щось знімала, когось трошки чмарила. Я в мене такої в характері желання. І трошки мене чмарили, що некрасиво, ти обіжаєш лічність, так не можна, це може когось задіти, в цього є на. Наслідки. І я десь не десь, де таке по святах могла собі дозволити когось притрусити трошки. А той телеграм-канал цьому присвячений, і там 600 тисяч підписників уже, а це лише начало. І там усі тупі і ще й руські, божечку. Йой, та де? Та де? Ну? Нямка-нямка. Що ти, може якусь тим щось запам'ятала, якусь особливу для тебе дівчинку? Ні, там немає якогось, когось одного особиного. Мені просто подобається цей підвид. Тупа оце отдільне, коли вони, коли розмір губ якось прямо пропорційний до кількості сльоз, ага, і тупорилих думок, які то все в таку колаборацію маленьку, і вони так ревуть, і задурниць усяких. Ти знаєш, мені дуже подобалась там одна барышня, вона, ну, я забуваюся, Евеліна, я кажу, це звати, вона, типа, все время так орє, така, эти салаєтки, українки, що там, ти. Типа ми. Да, да. Угу. Последнее видео, которое я видел, она говорила, типа, да они вообще все эскортницы, там что-то такое. Параллельно мы ее несколько раз публиковали, и нам редактору в личку анонимно прислали выписку с ее перелетов, этой барышни. И оказалось, мы сейчас покажем ее на экране, в 20-м и 21-м году, там просто за эти два года выписка, человек несколько раз летал в Дубай на 3 дня. Тупа ты. Ну, знаєш, а ти ж просто такий сидиш, такий, ну, в Дубаї на 3 дні. Ну, чисто такої, на екскурсію. Ну, звісно, там просто прикольно, 6 часов туди летиш, потім 2 часа їдеш в гостиницю, потім у тебе ще 2 часа погуляти, потім спиш один день і на следующий день назад, все. Все розписано, погодено. Класно. І ми салоєтка ескортниця, ай. А ну, скинь мені потім. Короче, я теж дуже люблю смотреть, як палає жопа. Ребята, підписуйтесь на «Боже, як я кончений». «Боже, як я кончений». Посилання під відео. Шановні, у цьому випуску немає рекламної інтеграції, тож ми хочемо з Лєрою попросити вас пожертвувати трошки грошей, чи трішки? Та хоч як. Пожертвувати трошки грошей фонду «Повернись живим». То є дуже класний фонд. Ось на екрані ви бачите, що саме вони роблять, у яких об'ємах вони допомагають хлопцям ЗСУ та теробороні. Якщо є така можливість, будь ласочка. Ви знаєте, я думаю, що насправді у багато кого є можливість, але ви маєте розуміти одну річ. Чим більше в наших хлопців буде того всього, що їм необхідно, тим швидше ми переможемо. Тим скорше і легше буде нам. І ще є така движуха, я ні від кого це не чула, але це, я це на собі прочувствувала. Для тих людей, хто ще не пробували якимось чином допомагати, стає на тіко легше, коли ти хоча б щось зробив, хоча б щось дав, хоча б чимось поміг. Реально легше спати лягати, легше зранку вставати, про щось думати. Мислити. Просто попробуйте, вам сподобається 100%. Так, посилання під відео. Фонд «Повернись живим».
Так, сьогодні в нас дуже особливий випуск, дуже особливий. Десь тиждень тому мені дзвонить один мій друг з Києва і каже: «Слухай, наші хлопці тут захопили орків». І в одного був сухпай, точніше два. Говорить, ми один собі залишили, хочеш сухпай орка? Я такий, звісно, що так. Прикольні в тебе друзі. Да, да, ну вони предлагають все время різне, вони можуть і танк предложити. То, ну, взагалі без проблем. Типа, хочеш танк русский? Не надо тебе. Спасибо, ребята. Огромное спасибо за то, что всегда меня не забываете. В общем, я говорю, конечно, хочу сухпай. Я хочу русский сухпай, тем более у пленного. Они отправили новой почтой. Новая почта сейчас работает, ну понятно почему, ну очень медленно. То есть, если раньше, типа, с Киева куда хочешь за день было, этот шел 5 дней. Уф. Посылка, да. Поэтому мы так много времени прошло. Тем не менее, он здесь, в этой студии, и это классно. Я думал, как это все сделать, как мы будем его есть, и будем ли мы вообще его есть. Они же просроченные там, часто бывают. Как это все правильно сделать? И подумал, что, наверное, правильно было бы сравнить с нашим сухпайком. И тогда я попросил, мне дали один вот Западной Украины сухпай. И еще я попросил из Одессы. У меня знакомая девочка военная в Одессе. Ника, привет. И что интересно, тот, который из Западной Украины, он тоже сделан в Одессе, но они разные. Давай посмотрим сначала на наши. То, яка із Западної України, там є шовдер. Да. Так, это тот, который з Западної України. І тут, значить, вот тут є состав. Значит, виробник Одеса, повсякденний набір сухих продуктів, норма номер 10. Так, найменування. Галети з борошна, консерви м'яса рослинні, каша гречана з яловичиною, консерви м'яса рослинні, каша перлова зі свинину, консерви м'ясні, сніданки м'ясні. Ти з цим м'ясом на сніданок? Так, да, іноді. Ну, якщо воно є, зранку, то чого ні? Mm-hmm. Ну, я не аж по раціонам виступаю, ні, чесно. Ні. Mm-hmm. Я думаю, що тобі дуже сподобається то сухпай, то дуже смачно. Я десь, а ти їла коли-небудь, ні? Ні, то де, от куди? Я десь 2 роки тому, може 3, був на полігоні під Києвом. Там ми пили горілку, і військовий приніс нам 2 сухпаї. Я говорю, що ви горілку п'єте там з лімонадом? Без сухпая. Та, оце вам 2 сухпаї. То було дуже смачно. Так, значить, консерви м'ясні ще, то паштет печенковий, мед. Кава, чай, цукор, серветка і серветка. Усього 1,5 кіло. Кілограма. Це так. На один прийом їжі, так? Да? На 3 прийоми їжі, на один день. На один день. По сроках. Зроблено 11.11.21, 25.08.23 виходить срок. Інший сухпай. Це із Одеси. Короче, здесь не очень понятно. Здесь, значит, бывает их сколько-то видов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 видов. И, соответственно, разная начинка. Мы сейчас не поймем, что здесь лежит. Но этот пришел из Одессы, и он сделан... Зробленный в Западной Украине. Реально, пирятинский деликатес, вырубник. Ну, пожалуйста. Полтавская область. У нас, походу, каждая воинская часть или какой-то, может, округ военный, не знаю, заключается контракт с кем хочет, там с каким-то производителем, он им комплектует эти сухпайки. И гидко брати то до рук, але я мушу. Орська армія. Индивидуальный рацион питания не для продажи, как будто это кто-то может еще купить, я не знаю. Произведено Грязинский, в городе Грязи это делает. Ну, где еще будем делать еду? Действительно. Знаешь, ну просто, нам нужно сделать еду для армии. Есть у нас 1000 городов. Есть что-нибудь такое для еды? Грязь. Чем мое морское? Город Грязи, посмотри, ну как такое может быть вообще? Грязинский район, чтобы никто не сомневался, город Грязи. И изготовитель Грязинский пищевой комбинат. Такое может быть. Грязинский. Я не удивлюсь, если на цьому комбинате лишь це и виготовляют. Да, конечно. И грязь там обязательно должна идти туда, ну потому что как? Трошечки земли руської поставили туда. И жрет грязь, и потом смешивается с нашей грязью и становится грязью. Ну вот, пожалуйста. Ты ж, когда, ну, они сгнивают в грязи. Что-то всему я, как да, будто. Да, скажи. Как будто так и задумано. Да. Прикинь, если это вообще специально. Они такие, мы в грязях проведем еду, а ты это то, что ты ешь. Ты внутри будешь грязь, будешь делать грязь и станешь грязью. Класс. Я это сюда вез. Что я заметил? Когда ты, вот представь, ты солдат, тебе вот это дали на день, утром там, или я не знаю, в какой момент это выдается. Ты вот это положил в рюкзак, и вот оно у тебя вот так компактно, типа, в рюкзаке. Вот потрогай, оно такое, типа, не очень твердое, типа, угу. Знаешь, такое, как-то будто как удобно. Как будто мама сбирала. Ну, вот еще этот потрогай теперь.
Тоже, он такой, как подушечка, нет? Да. Типа, ты как будто даже лечь на него можешь, под голову положить. А теперь посмотри, вот это у тебя лежит. Типа... Да, разница есть. Понимаешь, о чем я говорю? Оно же у тебя в этом вещмешке. Ты это тащишь, вот этот угол по-любому тебе или этот давит в спину. Не знаю, почему. Вот они, ну, упаковка, какой-то дизайн тут они придумали, но по факту это херня. Ты думаешь, они сильно заботятся про удобство своих солдат? Я об этом и хотел сказать. Им наплевать просто. Ты... А на что им не наплевать? Есть какая-то отрасль у них, за что они компенсия сильно переживают, нервничают за своих. Это такая маленькая деталь отношения к солдатам. Вот ты видела, как они одеты вообще, вот эти фотографии? Они как бомжи какие-то, типа просто какие-то оборвыши, знаешь. Где-то на вокзале их согнали, дали эти от рыбаков ношенные какие-то куртки и, короче, и сказали, иди этот, вот тебе автомат 60-го года, иди стреляй. То наши хлопцы, они такие, якісь в касках, тут что-то, тут навешано, тут якісь автоматы. Я чисто як дівчинка, моє наблюдення. Є така двіжуха, я не знаю, чи доцільно такое казати в цей час. Ну, знаєш, є ця двіжуха, що є дівчинка, чи то всім, так не знаю, кому нравиться мужчина у формі. Ага. І коли ти дивишся на наших, чи там взвод встоїть, чи хтось один, любе відео, то є щось таке, солдат. А дивишся на їхніх і думаєш, то як взагалі попав? Ти почим, за що тебе туди? А як вони плачуть, от ці, коли пленні? Ну так, які тупі їхні. Я не подивлюся, якщо ці солдати, які плачуть, їхні тупі пари насправді. І вони общаються між собою і тупо ревуть. А вот почему эти тёлки плачут. Они такие, куда уехали наши мальчики вообще? Кто нас будет теперь? И ревут. Украинские войска будут наших мальчиков. Доброго вечора, ми з України. Шановні, зараз саме час поставити закусені з догори цьому випуску. Перстик горі. Як? Перстик горі. Перстик горі. Ага, дурак. Так, ну що? Давай почнемо з цього. 4000 кілокалорій. Женщинам треба скільки? 1600, що там? Йой, ти знайшов кого запитати. То треба було тих питати дівчинку, кого ти на суші всякі кликав, на бургери, бо на тебе це не блатної. Тобі це не обідно? Покликав мене на суп пайки і ще за калорії мене питає. Іди гет, Олексію, лишися. Откуда я знаю? А я, кстати, реально не знаю. Где-то там до 2000. Так, о. Опачикс. Что ты пишешь, сніданок? Все упаковано. Так, сніданок. Обід. А, так оно, смотри, еще по порядку лежит. Ты видишь, ты типа вытащил, а то остается там лежать. Да. Прикольно. Логичненько. А, все. Вечеря. Слушай, клево. Давай тут. Так, тут типа перемешку. Значит, ага, это сніданок, по-другому упаковано. Такое что-то мягенькое тут. Тоже мягенькое. Тоже мягенькое, а это тут вечеря. Тут консервы. А это обед. Ой, тяжелый, потрогай. Дофига как для обеда, не? А ну, а тут? Этот легче. Ну да. Берите, если что, вот такой. Если спрашивают. Ну то не для продажи, то хіба друзей і Льоші попросити. Я чуть-чуть заранее знаю, как то устроено. Вот эта логика размещения отдельно по пакетам все завтрак, обед, ужин для наших солдат очень хорошая. То есть ты достал, не соображаешь, там ничего не тратишь время, потому что смотри, что придумала. А ну. Так, ну як то розкривати? Кстати, оно уже воняет. Оно, я не знаю, просто ты чувствуешь? Соленой рыбой какой-то плохой воняет. Нет? Погребом трошки. Погребом? Короче, здесь вот такой картонная, металлизированная внутри упаковка. Смертью. Да. Короче, ты должен, орк, вот так сделать. Ты сидишь где-то танковый. В танке, да. Потом должен вот так. О боже. Посмотри на это. И вот так. Они как будто говорят, что в это можно налить воду и вот так как бы ее носить, но люди пробовали и оно типа не получается, отрывается вот эта ручка, то задумка не удалась. Короче, и вот смотрите, значит, что у ебака имеется. Ну вот жевательная резинка, смотри, у него военная. То есть вот смотри, вот так все, вот так лежит, у тебя все. Ты такой, я хочу завтракать, что будешь делать? Ну надо...
гостину собі замутити. Да, це дуже удобно робити в їхніх танках. Там смотри, і причому, от, предположимо, я зараз не знаю, що. Тут, во-первых, інструкції є. От, що тобі на завтрак, там зараз ми до них доберемося. Значить, наприклад, ти условно, от, наприклад, вот это поїв, і вот это, наприклад, на завтрак, і вот это у тебя ушло. Що делать дальше? Ти, типа, вот так сложив. Ну, у тебя же есть время складывать, знаешь, типа такой, я хочу сложить аккуратно все. Я же солдат, я уже неделю не мылся, знаешь, я там где-то в Черниговской области гнию в яме. И я такой, я сейчас сложу все. Самое время навести порядок в коробочке. Да, да, ты такой все вот так складываешь, оно, конечно же, не складывается, ну ладно. Короче, вот все, ты это назад положил. Потом ты берешь, если у тебя это хранилось, вот так держишь. И вот так. Тебе говорят, вот сейчас нам уже дадут. Сейчас. Так может зато наши так их да. За свои силы, бо вони там пакуют собі сиси. Да, короче, вот он это вот так сложил. И потом, когда ему надо обедать, он опять вот так делает и вот так. Что тут дальше? Короче. А потом, когда он уже остается только ужин, он вот так, смотри, берет, у него остается вот это, допустим, там вот это осталось на ужин. Он это опять вот так берет, это он уже съел, вот так берет, опять это назад, туда оно уже, знаешь, кладет опять это в рюкзак и бежит, оно вот так в рюкзаке. Такой. Ты не правый, знаешь почему? Чё? Потому что его еще после снеданка. Він до того не доходить, як правило. А тут навіть якщо відкрити, тут нічого немає, знаєш? Ні, тут у них навіть у цьому інформації пише лише про сніданок, до обіду мало кого доходить. 9 утра завтрак, 9:30 смерть. І тут в кінці є таблеточка. Це якщо до Чорнобаївки доїхали, то зараз таблеточку можеш випити і так день собі. Нереально, що це? А що це? Коротше, тут як будто десь повинна бути інструкція, як позавтракати. Полівітамінний мінеральний комплекс. Пюре із яблук. Це гарячий спирт, мабуть. Слушай, у мене є список. А, це то, на чому гріти. Так, да. У мене є список. Так, давай зараз це все висипемо. Типа. Насчет полівітамінного комплексу. Тобто, прикинь, вони нанимають, вони беруть себе в армію цих срочників, просто додиків, типа 18-літніх каких-то там сіл типов, які... У всіх кого прийшли. Которые вони, типа, приїжджають к нам і говорять, потім мамі дзвонить, говорить, у них там освещение в селі, типа, і дорога асфальтирована. Це те, що в мамі говорить, за границу увидел, знаєш, типа, тільки где-то в Черниговской області. І от вони этому мальчику, щоб у нього було хороше здоров'я, дають полівітамінний комплекс. Комплекс, да. Ты выпей, это там магний, все, очень будешь себя хорошо чувствовать. Значит, тут есть разделение. То на завтрак, смотри, на завтрак. Короче, вот в чем еще прикол. Вот ты высыпал это все. И ты такой, мне государство придумало, как я должен позавтракать. Я должен собрать это из этого сейчас именно, конструктор за, именно завтрак. Поехали. Я буду тебе говорить, а ты ищи. То есть, если наш хочет поснідати, то и пишет сніданок, и він собі похавал. Да. А цей має сісти и выбрать собі що. Посмотри, какой тут шрифт вообще. Это тут, если будет темно, ты не поймешь, ну типа ночью. Не будет темно, не будет темно, потому что вони на сніданок лишь хавают. А если это на рассвете? Значит, собираем завтрак. Галеты Давай. Армейские из муки пшеничной первого сорта. Ищи. Ага. Ну, вот галеты, это печенье? Да. А печенье просто написать не можешь? Это типа как несладкое печенье. Угу. Ну что ж такое? Окей. Так, нет, надо одну пачечку, 50 грамм. Ага. Вот, галеты армейские бывают, смотри, из муки пшеничной обойной. Первого сорта. Да, вот надо сделать. Даже не высшего, прикинь. Ти шариш цю движуху у сортах? Ні. Ось, типу, много хто рахує, коли бачить, що пише перший сорт, вони такі, о, супер, перший сорт. А перший сорт – це якби другий сорт, є вищий сорт. Да, я так просто робив, що думав. Я завжди говорив, не, а дівчинка першого сорту. Ну, я поняла. Католічно. Так, так, є. Так, значить, далі, на завтрак ще йде. Паштет нежний. Іщи. Та є. Шрикадельки. Рагу. Ищи, пока бандеровцы не дали. Позавтракать успеем. Сыр. Пюре из яблок. Вот это не оно. Бекон. Нет. Як нет паштета? Ну так. Так, як я лишь наоборот. То и не пиши, такого. Паштет нежный. Не может такого быть? Да я тебе говорю, не есть.
А, е-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 е. I'm sorry. То есть вот, раз, два. Дальше, у тебя же времени, собираем дальше. Ну да. Каша гречневая с говядиной. Я бачила. Ось-ось. Тут, а? Да, это на завтрак. Фруктовый или ягодный концентрат? Пюре из яблок? Не. Не. А, может и да. 25 концентрат грамм. Для напитка сухой. О, оно, 25 грамм. Угу. Дальше. Это уже наш поел, уже автомат перезарядил, уже идет его искать. Да, все, уже не я сего солдата, я считаю. Повидло 45 грамм. Не, почай. А ну. Повидло яблочное. А ну, да. Дальше, шоколад горький, 30 грамм. Ебать. Подожди, повидло то не наше слово. Наше? А нет? Конечно, наше, они взяли себе. Шо, шоколад горький, я что-то не видел такого. Горький шоколад. Хотелось шоколад? Есть. Армейский шоколад. Чай черный. Бачила, є такий. Ага. Ну, що там, слон? Слон намальований. Королевський слон. Сливки сухі і швидкорозтворимі. Швидкорозтворимі – це тільки на нашій землі. О, сливки є. Сахар білий кристаллический 20 грамм. Пожалуйста. О, куди весь сахар ділся? Полівітаміни 1. Це не воно. Це щось для води. Ото, ото. Що? Що? Таблеточка. Ні, ото. Ага. Таблетки для дезінфекції води. Ага, вот что это, я поняла. То есть из какого-то ружья набрал воду, потом кинул туда таблетку и все, не просрешься. Я не думаю так, если честно. Салфетки дезинфицирующие 1. Где, а где, где, где? Дезинфицирующая салфетка, вот. Угу. Салфетка бумажная 1. Вот это. Вот сейчас смотри, вот так. Угу. Одна. Одна, да. Ложка пластмассовая 1. Окей. Так, тебе. И нож. Нет, нож не идет. Ага, иди. Не-не, не идет. Завтрак не идет. Ага, он идет, понял. Но что-то другое. Так, это завтрак. Давай сейчас сложим обед и ужин, и потом сравним. Цим в кінці можешь вытереть слезы солдатові, який понял, что его... коли він йшов в армію. Знаєш, чому можна не ложити салфетку, типу, русським солдатам? Він ось так витирається все одно. Яка йому різниця? Він сьогодні ну, умрет. Да. Знаєш, це як будто знати, що ти сьогодні умреш, що не дасть салфеток вже. Ну так. Да. А ви знаєте, як узнати русскому солдату, умрет він сьогодні чи ні? Якщо він пересек границю з Україною, умрет. Все просто, по-моєму. До гадалки не ходи. Можуть їхні тупі не ходити до астрологів, бабло потратити останньої. Ребята, у нас здесь за кадром работал секундомер, как оказалось. Мы вдвоем собирали завтрак 6,5 минут. И это мы в спокойном состоянии, да. Не в панике, не в шоке от того, что везде все бомбит. А там трошечки важче, я думаю. 100%. Я не знаю, но я подозрю. У тебя замерзшие руки, ты это ж на улице, знаешь, ну типа дует ветер. Это, прикинь, вообще дует вот на секунду. Вот это дует ветер в поле. Ты сидишь где-то, хочешь поесть, это все сдуло сейчас. Вот эти все маленькие штучки, вот это все улетело сразу же. Жвачку они положили, чтобы это хорошо пахло изо рта. Ладно. Лер. Да. Я тебя приглашаю собрать обед. Поехали. Значит, галеты армейские, 2 пачки из муки пшеничной обойной. Пожалуйста. Из обойной? Да. Из синий, этот вот синий. Это не зеленый, это ужин. Дальше. Фрикадельки из говядины. Вот они. Не подсказывай мне. Да, добро. Рагу из овощей. Есть. Фруктовый ягодный концентрат. Было уже такое. Mm-hmm. Вот. Это для компота, типа. Да, да. Компотик. 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 Как в столовке. Компотик будет. Перед смертью. Но. Чай черный. А на завтрак не было, кстати, чая. Был. Нет, в списке я ошибся. Тут, блядь, список, тут еще, ну, чтобы ты понимала, так просто не поймешь. Видишь, тут как бы все, что есть, потом граммовка, и потом, если в этой ячейке напротив завтрака указано граммы, то это сколько всего лежало, а это сколько на завтрак от всего числа идет. Понимаешь? И типа тебе надо посмотреть вот так. А тебе не кажется, что это не инструкция для солдата? Это инструкция, если проверят и зверят, что мы не
вот все по цю по грамажу, если переважити, вот все, як ту і пише, так і там. Ну реально, ну це не для солдата, ти гониш. Да нет, ну смотри, написано завтрак, і вот типа указано, що туди входить, потім обід, вот що входить в обід. Да, ну це як будто не для солдата, щоб він читав, це зробили. Нет, інструкція по використанню індивідуального раціону. Нет, ну как нет? Понимаешь, это же типа, это как-то подумали, кто это составлял, что они, ну что человек это там на завтрак... Не, не поясни, просто ну, это типа, Россия. Это Россия. Это... Я перепрошую, что я хотела вообще? Нет, они, знаешь, такие типа, смотри, мы хотим солдату сделать завтрак, обед и ужин. У него вообще-то много времени на войне. Как на пикник. Ему удобно будет по эту бумажку взять и посмотреть. Как вы думаете? Конечно, удобно. Ну, да. А все увидят эти маленькие цифры. А если ему этого будет мало, то тут есть дополнительная информация. Пища. Потому что... Такий, а, тут розписано, який вітамін за що відповідає. Тобто він такий бере таблеточку і думає собі, так, вітамін А, це у нас содержить кілька полезних веществ, допустим. Ні, да не, знаєш, як це просто з-під сургута сидит и говорит, я абы что глотать не буду. Инструкцию, товарищ начальник, а что там вообще содержится, вот таблетки? Читай, дебил, вот написано, вот это витамины. Чуешь? А если среди них есть солдаты, в яких в селе, откуда они родом, не было светла, ты думаешь, они умеют читать? Я думаю, что нет, а там не, это не со светом связано. Просто ж не все солдаты русские ходили не, в школу. Не, я не про то. Я про уровень их розвитку в цілому. Ну, конечно. Если в селе нема світла и дороги. Их вроде так комплектуют, что один из четырех точно читать умеет. Ну, типа, чтобы он мог завтрак составить. Божечку. Не, ну знаешь, там он знак должен прочитать уметь. Это же не вообще потеряется. Дальше идет сахар еще раз. Сахар. Сахарок. О, сахар есть. 20 грамм сахара. Это до хера. А, типа 4 ложки. Дальше. Таблетка для дезинфекции воды. Тут, а малесенька. Угу. Салфетки. Тут, тут, тут. Такую и такую. И ложка. И нет, это пачка. Да еще салфетка. Вот, ага. И ложка. Угу. Так, это будет обед. И теперь читай ты мне, а я сложу ужин. Давай. Галеты. Галети армейські з муки. Есть. Так, там, де всі три цифри є, да? Чи як то має бути? Де тільки останній. От, бачиш? Ага. Я тебе говорю, це я сам пытался понять, как это читать. Это слово, это нелогично. Так, бекон армейський. Тихо, тихо, бекон. Это фарш колбасний. Бекон. Так, есть. Фарш колбасний любительський. Тащить з собою них... фарш, коли у твої ж сослуживці в нього превратяться. У них не солдати, у них любителі, так чисто. Гуляш з картофелем. Это вот. Фруктовий ягодний концентрат. Есть. Пожалуйста. Сир плавлений, стерилізований. Так. Пожалуйста. Пюре із фруктів натуральне. Є з яблук. Чай чорний. Чай. Ну там воно шов. Сахар. Сахар. Таблетка для дезінфекції води. Так. Салфетки. Да. І такі-такі. Ложка. І пластмасовий нож. Да. Вечерю. Нарешті ми до нього дійшли, він пригодився. Супер. А вони що, не написали інструкцію до спічок? Да, спички. Это вот еще отдельно молотый перец. Кстати, соли вроде бы я не видел. А вот оно. Соль есть. Угу. Соль и перец ты можешь один раз использовать. То есть ты должен выбрать, ты или на обед посолишь, поперчишь, или на ужин. Потому что... Або, якщо ти підозрюєш, що ти любиш майсолене, чим обично, ти собі рвеш, можна? Ну, да. Ти собі рвеш, ти собі трошечки уділив, так отклав іще на обід і на вечерю, так загнув, подставив туди в коробочку, тож дуже удобно. Да, потім іще собі трошечки насипав солі. І це потом насипав собі на рану. Сюди, потім сюди. Бо вона вже до обіду буде 100%. Да, і опять то склав собі. Жалко, эти тёлки не поїхали із Божої і кончено з ними, вони могли б солити їх слезами, все, правда? Не надо було б упаковувати соль. Просто плакали б їм над цими. Ну, поплач мені ще на любительський фарш. Здуріти треба. Це дуже удобно, ще раз хочу відмітити.
Слушай, вот эта коробка, она еще очень подойдет для того, чтобы они это награбленное вот сюда складывали. Знаешь, они, ты видела, что да, они... Да, тут ручка такая. Ти видела, що вони беруть взагалі? Льоша, я, коли все лише починалося, ми бачили відео, де вони забігли в магазин, голодні орки, і всі щось крали. Хтось ковбасу, що логічно. Один чувак взяв ящик мандарин собі солдат забіг. Так. Ну, їм же ж там не поклали. Може, він з Дагестану хотів на ринок їхати, так? Такий, поторгую заодно. Потім поняв, що він робить. Кинув ящик, бо такий, куди я, ну де він сяде? Мандарини, чи вже ще би семечок собі взяв. І третє, я спочатку не замітила, але це просто кожен щось крав, і він зайшов за касу і крав гривні. Гривні красти тобі зачем із магазину обичного в ОБЦ якомусь у селі? Він просто знає, що якщо йому прийдеться автоматом, там буде касір, то вона йому нічого не дасть. Він такий, у мене гривні є, продайте так. Ти прикинь? Ну. Ні, то він думав, може потім асимілюєш, типу, ну, якісь гроші на перше время. Я та не він знаю. Він не думав, він, ну, да, просто він... забіг. Деньги просто. І по жадності своїй. Хтось крав ковбасу, бо голодний. Ну. А він гривню, понімаєш? Не долари. Це не той, щоб мандаріни брав. Він такий, я, зачем мені продавати мандарини? Гривню я сразу деньги. Сразу гривню уже візьму собі. Ти прикинь? Там много всего интересного было. Я видел, например, как мужчины были женские трусы. Ну, не новые. Типа он взял с собой, ну, ограбил чей-то дом. Угу. Там был шкаф, наверное. И он такой, что мне взять? Я возьму женские трусы. Это думал, как он привезет домой к себе туда, в село, откуда он. И своей жене или там девушке скажет, дорогая, я был в Украине. Всего. Вот тебе чьи-то трусы. Как это себе представить? Ну, возможно, по уровню того, что мы видим, она тупо обрадуется. Она такая, я больше не, мне больше не надо полиэтиленовый пакет на себя натягивать. Наконец-то мне не будет преджопа. Спасибо тебе, Игорь. Я не знаю. Как? А я смотрел видео в этом, в Гостомеле, с коптера наши снимают, стоит КамАЗ, ЖК какой-то новый, там все же эти новые такие городки, стоит ЖК, и они выносят из подъезда ковры. Ну, ковры в КамАЗ кладут, знаешь, типа, ты такой, ну, ковер. У меня всегда, я всегда хотел ковер. А бачил видео, как они... кур, доску. Ні. Вони собі ю-ю-ю-ю-ю, я вас все треба додати, в Боже, яке кончене. Коротше, вони пару штимпів забігають в чийсь двір в селі, один тримає мішок, а другий ходить з доскою і б'є курта. Вверху. Ти розумієш, про кури в такому знаходили, вони такого не виділи ніколи, ніхто би не міг подумати. Я дивлюся це відео, я не могла поняти, та не може бути, що вони доскою бігають за курми, зверху б'ють, і третій збирає і кидає в мішок. Прикинь, наскільки вони голодні. Так, это прикинь, хтось може подумати, що вони потім будуть їх там щипати, там як-то обсмалювати і готувати. Ні, ти не знаєш, як, знаєш, як їсть курицю? Вот эта курица в перьях, он вот так. Как еще? Ну, как ты в том танке общипаешь курицу? Ну да. Ну, типа, кстати, да. Это целое дело, нет? Вообще непонятные они какие-то люди. Детскую игрушку я видел, человек украл в магазине, машинку такую китайскую, там был ценник 200 гривен. Нашли, у кого-то были купоны. Те купоны, ты мала ще была, не? Что? Те купоны, карбованцы. А где они их нашли? Не знаю, у кого-то в хате нашли эти купоны. Нет, это их убили. Короче, уже потом и мешки их смотрели, и там были купоны. Они дебилы, не знают, что оно уже не ходит с 94. Четвертого года. Ладно, ще гривня в магазині. Ну, там може в Росії там, думаю, поміняю, там, я не знаю. Ну там же, наверное, можна. В банки, ну, є. Навірно, ну, навірно, можна. В якому-то банки можна точно. Но типа купони. Він такой, я тут з України поміняйте. Може, в когось колекція якась да. Здесь була, ну, прикрятана. Ти думаєш, это, да? Это какой-то, ну, да, монетка. У меня есть все, нахуй. Нет, только карбованцы. Ти прикинь. В каком-нибудь Саратове начнут ходить заново, знаешь, их настолько привезут много. Ну, такі, ну, гроші, гроші. Никто ничего не привезет. Все в земле останутся, твари. Так, это завтрак Западной Украины, который в части был. Давай его откроем. Снедану. Не, це за... Ага, да-да-да-да. Не, це за Одесса. Это тоже... Да, это, да. Это с Одессы. Так, тут також галеты. Это без хлеба, знаешь? Снеданок, так и пишет. Мясное здесь свинина. Ну, подивись, что там. Свинина, бульон и приправы. Свинина и бульон. Серветка, цукор. Кава,
Вот такая серветка. Трешки перепачкалась медом, ну ничего. Угу. Так, ну уже несколько раз говорили, скажем еще раз, да, вот этот мед, что так гораздо удобнее. Все, ты просто достал, это и ешь. А это как-то может быть удобнее. Не-не, это герметичный пакет, так специально сделано, чтобы если ты намок где-то, то оно не раскисло. Угу. А ну, что тут? Каша гречневая. О, мне, кстати, в пакетах, если нас кто-то смотрит с нашего Минобороны, нравится больше, чем в банках. А тут есть ключ? Есть ключ. А ключ есть, ну ладно. Пакеты прикольные, не? Так, пакет лучше. Еще можно налить горячую воду внутрь и так съесть. Так, тоже галеты. Причем такие же точно. Житомир делают, цукор, ложка. Ложка, цукор и все, серветка. Да? Ага. Да. То есть вот, ты на завтрак ешь каша гречана с куркою, овощами и грибами. На секундочку, мне хочется спробовать. Так, мясо курячее, 24... Да, кстати, если не пробовать сразу, а просто читать эти названия еды, и ты уявляешь, что там, то трошки слинка точится. Скажи. Так, мясо курячее, крупа гречана, олія соняшникова, шампиньоны, сіль кухона, морква свіжа, цибуля рібчаста, перець чорний мелений, суміш прянощів, вода питна. Ну, звучить, как будто... Как будто в ресторане. Как будто дома ты сделал. Ну, типа, все компоненты эти, оно бы так и было, нет? Угу. Ну, типа, грибы, овощи, крупа, мясо. Ничего вообще не добавлено. Самое главное, что все понятно. Пирятинский деликатес. Вот еще раз, у них делает грязевый какой-то мой комбинат обеспечения. А у нас ТОВ пирятинский деликатес. Пожалуйста. Разница явна. Явно, да. Ну что, предлагаю, как теперь мы это раскроем? Может, что-то завтраки чисто? Цей, да, давай. Лера? Да. Так, давай, значит, откроем. Это был Западной Украины. Да. Так, снеданок. Мне нравится, что пишет снеданок. Пахнет мясом. То, что оно есть, пахнет мясом и кашей. Так, а ну. Сейчас. Ой, блин, вилка слабенькая. А какая там была ложка? Давали вот какую-то... Вот такая была ложка. О, слушай, такая ложка, кстати, смотри. Даже не одноразовая. Угу. Ну, это как будто просто мясо. Ну. А тут должна быть каша? Нет, это просто свинина. А, да, это просто мясо. Типа ты просто поел мясо и погнал. Окей. Угу. Теперь давай вот это. Классно с пакетом. Угу. Построй. Ой-ой. Ну, гречка. Да, пахнет. О, слушай. Ну, это вообще прям классно. Я такое люблю. Блин, поглядай, прикольно. Угу. Грибочки, курочка. Прикольно. Так, і давай. І... Ой, давай лиш нікого нашої їдати відкривати. Ну і капне откудись. Блін. Що таке? Да неудобно відкривати. Угу. А ну, ще раз. Тут какой-то как будто... Как будто там хтось живе. Ну. Как будто тут червячки, вот это белое, не? Ну, давай поковыряем. Ну, братка. Тут, знаешь что? Блин, неудобные эти вилки, слабые. Ложку, кстати, вот эту они давали, да? Угу. Даже если сравнивать армии по ложкам, вот у орков, а вот у нас. Даже, знаешь, такие... Да си ложку, убей, ты можешь. Ты гонишь, кить, знати файно, куда се цілити. Идит гет, хлопці, идит гет. Тут, короче, мясо такое, оно типа нет кусочков. Оно перемолотое. Оно перемолотое, да. Не факт, что там мясо вообще. Угу. Какую-то кожу, знаешь, перемололи. А тут видно, вот, кусочка мяса. Ага. А ну давай то разогреем. Вот это я, честно говоря, боюсь пробовать. Боюсь, а если бы не боялся, попробовал бы. То я бы с тобой не говорила, иди гет. У вас есть микроволновка? Ой, фосо. Тут соль. Газды. Кто соль насыпал? Я. То, чтобы они там ссорились между собой. Давай пока попробуем вот это. Давай. Ты ела когда-нибудь галеты? Нет. Мне знаешь, нравится, что сделано фабрикой Житомирские ласощи. Ласощи. О, как будто мама спаковала. Гарно. Ну, такой поджаренный, смотри. Печенька. Угу. Оно как крекер, угу. Только более толстый. Но я знаю эту фабрику, у них вкусное всегда все было. А меду хочешь туда трошечки? А ну. Сейчас. Ну, подожди, сначала кашу поедим. Окей. Мама поделится, куда солодка попала?
Ну зачем ты тут дивишься? Оно похоже, знаешь, ну что, собакам такое дают. Да-да-да, у тех консервов. Да, в селе вот, у кого, ну не может не в селе, а кто в частном доме живет, то собаки возьмут такое, как-то перемол, какие-то как остатки мяса, да, или да, что-то да, да, такое. Є ще така движуха, що у ті дешевші консерви для собак, у них там може писати говядина, десь свинина, все, а там все одинакове. Там все просто перемолоте, розфасоване і пошлись. Я не удивлюся, якщо ми всі три відкриємо, і там то же саме. Може бути на якомусь м'ясокомбінаті відход, знаєш, ну тому що почему? Ні, може це коли роблять консерви для собак, то є відходи, то пакують їм. Да. Не по достоинству оценивают свою армию другу в свете. И не для породистых собак, а для бездомных. Вот я готовлю, знаешь, если подкармливают где-то бездомных собак, и то, что остается, то идет на армию. Да. Это, ну, похоже на то. Дуже рационально с ихнего боку. Кстати, да. Тем более от бездомных собак все равно пользы больше. Они, по крайней мере, не вторгаются на чужую территорию. И не обкрадают дома. Угу. Я так люблю сесть холодець, коли збираєшся на тушанках. Да. Ага. Ти любиш? Ні. Yeah. Приятного. Спасибо. А у мене тут гречка или нет? Вона така крупна. Вона просто розварена. Мені вкусно і по солі хорошо. Да, це гречка. Ну, грибочок. Я думаю, що в цілому це треба сильніше греть, а не м'яско. Здесь м'ясо посушеньке. Ну, это просто кусок курицы. Довольно-таки неплохо. Ну, знаешь, на что похоже? Как вот эти на солдатской кухне, вот, когда какой-то фестиваль или что-то такое, и там готовят, и люди едят. У столовых. Ну. Я один раз выступала у пограничников, у цю їхню движусі, в части. А. И вот там, да, такое. Так не, посмотри, вот мясо просто, вот это просто куски мяса. Ну да. А здесь вообще просто мясо. Ну да. І без гречки. Ну, якщо б ми голосували, то я от за себе просто м'яско. І знаєш, є ще така движуха, коли відкриваєш консерву, щось непонятне. А тут от все понятно. Нема такого, що я цей кусок пробувати не буду. Типа какое-то жило или что-то такое, да? Все розовенькое, красивенькое. Ну, мені от це більше, я прям от це би їв. Мені оце. А 50 грамів дають? Почему там в этом пакете не было ничего? Может, оно ужин? Какого-то порошка, который можешь залить, не? Не, просто бутылочка, ну, чарочка, знаешь. Я думаю, что они сами с собой уберут, не? Или начальник дает, если хорошо воевал. Типа, убил двух русских, можешь бахнуть. Одного убил, виноват. Да не, так спитися можешь. Какой-то снайпер, знаешь, всегда синий. Прикинь. Короче, и что классно, я просто не сильно много ел тушенки в жизни. Я не знаю, она такая или нет. Вот это похоже на то, что я думаю о тушенке. А вот это как будто оно... Это как будто домашняя как будто тушенка. Мама пала... Ну, или домашняя тушенка, или как будто я был у мамы, она мне с собой положила. Я потом разогрел и ем. Ну, оно не похоже на консервы, типа... Классная еда. Нямка-нямка. Вот это прям нямка-нямка. Люблю себе холодец. Или я голодный. Мне там чуть-чуть солоновато слишком, как будто. Ну, можно было на ступень назад. А вот это идеально. Короче, вот это было из пакета. Угу. Это одесские солдаты, на мой вкус, питаются вкуснее. А вообще предполагается, что орк подожжет вот эту штуку спичками. Вот у него где-то спички там даже. Угу. 5 спичек, 6. Подожжет, и вот в этой прям штучке будет разогревать. Но что случится, когда эта херня будет на огне? Она, огонь будет куда-то сюда гореть, и оно просто пригорит в этом месте. Оно не будет равномерно нагреваться, понимаешь? Поэтому вот в этом случае пакет удобнее, потому что в пакет ты можешь налить горячую воду, и все. И тогда у тебя будет типа такой полусуп, и нормально поешь. Або знаєш що? Треба зробити так, щоб це відео на території Росії не могли подивитися, тому що вони викуплять лайфхаки, що треба робити. А не треба, я вважаю. Най буде так. Ми можемо, у вас все супер. Ми можемо запретити, щоб це можна було подивитися на території Росії. Давай так і зробимо. Давай. Їм прикольний контент дивитися. Ні, ну вони нас, звісно, там... Ну, інтересно.
Салфеточка поприкольней, кстати. Ну да, посмотри, я резная. Посмотри, русская салфетка. Эта салфетка, знаешь, как в этом, ну, в столовке тебе. А это такая двойная, не? Ну да. Хорошая. И если на части поделить, то тут и на все хватает. Красивый. А прикинь, если реально наши солдаты вот так вообще да, работают. Да, конечно. Нет, посмотри, как заправляется русский солдат. Как заправляется украинский солдат. Это из тывы. На Орскому. Из тывы, да. Это гимн их. Да. Таблетка пиздец, конечно. Нет, вообще таблетка для дезинфекции воды, я в это слабо верю. Во-первых, непонятно, на какой она объем. И это, если мне непонятно, то им там тоже никому не понятно. А во-вторых, ну, как бы инфекции бывают разные. Я не верю, что это бьет все инфекции. Типа, это что? Это как антибиотик. Таблетка антибиотик. Типа, убьет все живое в той воде. Боже, они даже в воде все живое хотят убить. Нам не нужна эта таблетка, потому что мы дома. Типа, ты можешь прийти в любой двор, тебе дадут воды, типа, люди, понимаешь? Кстати, я ще вспомнила, ти казав, що, типа, що вони крадуть. Угу. Був же ж період, коли крали чорнозьом із України, вивозили. Да, конечно. Цими цілими вагонами. Угу. Прикинь? Грунт. Ну, так у них ничего нет. Постоянно говорят, какая Россия большая. Вот если представить вот эту карту России всю, где она действительно огромная, то по факту место, где можно выращивать урожай и пасти скот, не так много. Ну, типа, да. Потому что там везде холодно. Она такая большая, потому что она никому не надо было. Десь холодно, а десь тайга просто. И холодно, тоже ничего не вырастет. Там ты не посадишь там пшеницу. То почему даже Гитлер типа планировал этот план Барбаросса там по какой-то линии, там чуть-чуть за Москвой, то ему только это надо было, то все, понимаешь? То ну потреб. Ты прикинь. То они там типа живут на эти свои какие-то госдотации, кое-как там вывозят и все. И наделали детей эти бабы, короче, им некуда этих детей девать, они отправили их. Получилось? Угу. Бульончик? О. Ну вот, пожалуйста. Не скажу, что сильно красивее стало, но это война, детка. Реально, когда теплом дует, то пахнет классно. Ну, бульончик, пожалуйста. Угу, с мяском. Такой жирный. Угу. А ну с тем печеньем. А вот так если сделать, подожди. Помакати? Угу. Ай. Стой. Ты дуже знаток. Ну. Шариш. Тихо. Так. Халяфе. Халяфе? Угу. Mm. Скажи. Угу. Mm-hmm. Классно. Ну. Чё? Дай. Дай. Тихо. Печеньку. Горячо прикольнейше. Блин, честно вкусно. Супчик. И мне что-то кажется, что после него так хорошо станет, если все это съесть, знаешь, так как-то тепло, так уютно внутри. Как будто мама обняла. Или можешь вот поесть. Это знаешь, тут жалко, в инструкции нет, но вообще, типа русские это едят вот так. Они просто вот так. И если кто-то, когда он ест, если кто-то подходит рядом со служивец, то он так. Горчать. Но. И пускает шум из рота. То вся... А знаешь, що коли орк їсть, то не треба трогати його. І учитывая это, ну типа странно, що так мало салфеток. Ну хоча завжди можна рукавом, звісно. Так, ладно. Это... Я хочу ще. Блін, оце от, що мені сильно полюбилося. Даже шкода, що на ту не є рецепту, як це робиться. Mm-hmm. Ти сюди можеш пойти в армію. Я буду кожен день давати такое. Так. Не, ну короче, в любом случае, понятное дело, что это сухпайок. Это не ресторанное какое-то блюдо и не что-то такое. Это что-то, что обязано долго храниться. Угу. От что-то, что ты можешь быстро подогреть и поесть. Якую, в чему в минимальную кількость, я максимальную кількость калорий, да, чтобы да. Тебе было сытно. И еще самое главное, что после этого тебе не стало плохо. А оно еще и вкусное. А оно еще и вкусное при ты этом. Прикинь? Ну, классно. Я, если честно, думала, что тут будет что-то такое в порошочках, просто какие-то речовины, которые ты выпиваешь, mm-hmm. И стоишь легче. А тут прям, ну, еда. Да. Я, кстати, вот это разогрели сильнее, мне... Я теперь за то голосую тоже. Лера, зараз будет рубрика «Что скажет Тимур?». Ничего себе.
Всем привет, меня зовут Тимур, и это рубрика «Что скажет Тимур?». Как там у вас дела, все хорошо? Да. Вы откуда? Из России. А с какого города? Из Москвы. О, я с Киева. А у вас как дела? Вообще супер все, песня. Классно? Спокойно, тихо. Это ненадолго. Хорошо, ждем. Попадают все адекваты с разных сторон? Неадекваты, точнее. Неадекваты, ну... Ну, пока что только ты. Мы нестабильности и вокруг Китая. Мало того, давайте вспомним. Этот неожиданно японцы стали себя вести совершенно по-другому. Старая сука. Фактически. Да-да, про кого это вы? Присоединили к санкциям. Байдена ебаного. Они стали поняли. Не имете нихуя, а то мы войну, блядь, сделаем. Сегодня а вы, кстати, откуда и, сам? И, в принципе, близлежащих а я сейчас в Подмосковье нахожусь. Ну, понятно, это, понятно. Я с Екатеринбурга. Ну, это наша страна. Ну да, не чужая. И понятно, что они будут делать все, чтобы каким-то образом... Надо Англию нахуй. Ну, уничтожить. Смычка уже есть. Вместе с этим клоном. Борис, блядь. Сегодня... Долбоёб этот, блядь. Слов нету просто. Смотрю на эту розу. Как будто такие вообще люди там нахуй сидят. Непонятно, что это Зеленский, что Борис Джонсон, блядь. Все они под дудку Байдена пляшут, конечно. Зеленский-то хоть это самое. Гнида-гниды, блядь. Был комик пиздатый. Был бы комиком и остался бы комиком. Согласен полностью. Да с Украиной-то, вопрос решен, нахуй. Другой тут нахуй. Китай и эта хуйня. Какая? Тайвань там что-то такое, тоже там какая-то тема, какая-то атомных войн, базар идет. Ага. Они что, охуели же там все? 30 километров. Фамилию ты, блядь. Вот когда выпишешь, так всегда забывается все. Не, ну бывает такое, знаешь, вот немножко, блядь, хорошо попьешь, и все потом не можешь вспомнить. А если там что-то тебя там где-то копнут... Ай, тебе пизду. Ну шо? Как тебе, Тимур? Я думала, буде Антон. Ти думала, буде Антон? Ну так. Да. Ні, то був Тимур. То був Тимур, оказалося. Так. Обід. Обід. Ти добре поснідала? Плюс-мінус. Плюс-мінус. Мало, ну. Але ми не все з'їли. Ну, ми просто попробували. Попробували, так. Тут такі обід важкі, ну. Да. Представляю собі, що це орк. А ты какая его часть? Шея? Еба, вообще, да. Не принципиально. Так. Это у нас квасоля с куркой, овощами и грибами. Ага. Секундочку. Что еще? Что среда? Борщ. Борщ? Что? Что? Борщ с яблочным. Такой прям борщ. Прикинь. Такой борщ. Я не удивлюсь, если тут и выше, то и рушник еще. Да, 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 да. И мамин поцелунок, что да. Знаешь. Ну, секундочку, ребята. Борщ. Уважаемые Минобороны. 500, вау. 500 грамм борщ, 350 грамм квасоля с куркой. То он потом побежит кудись. Там килограмм еды. Вау! Ну круто, круто, не? Йой, мені якось так добре стало, борщ. Ну. Ти прикинь? Так, і сухарики ще. Сухарики. О, замість хліба. Джем. Между прочим, фосу фірма. Фосу! Я хочу попробувати цей джем. Тут написано 45% вишня в ньому. Так, з сухариками попробуємо. Ну то на десерт, не перебиває апетит. Давай інший обід. Давай. Так. Блин, мне так нравится это открывать, все так как интересно. Будто, как будто типа подарочки на Миколая. Так и так, да, что да, там? Да. А ну что? Так, смотри. Итак, каша гречана с яловичиной. Угу. А это здесь было просто мясо, то, да, что мы да, да. Вот это разогрели. Так, хорошо. Далее. Паштет печенковый. Я, кстати, такой паштет ел. Я тоже. И он классный. Типа это нормальный паштет. Это, вот паштет можно купить
Короче, из всех паштетов это самый дорогой. Да. Ну, из украинских паштетов вот этой фирмы желтой этикеткой самый всегда был типа, я знаю, нормальный. Я, знаешь, як люблю, коли береш хліб, так товсто-товсто, щедро мастиш паштету, і щоб ковбаса була обов'язково чуть-чуть більше, ніж хліб. Прикинь. Так чуть-чуть, типа, може собі позволити. Скільки ти важиш? Десь 60 кілограм. Ясно, ще небагато з такими влеченнями. Так, печиво. Печиво. Тоже сделано Житомирські ласощі. Пожалуйста. Чомусь Укрзалізниця пише, не знаю. Може десь наші проводи. Може вони спонсори були. Да. Так, і що? Ще печиво. Так, серветочка. Чай Батік. О, ще я забув вже не про нього. У моєму дитинстві був Батік. В якийсь момент всей Батік пропав. От він де. Да. Один мед, два меди. Медок. А у русских что тут? Паштет нежный. Паштеты сравним потом лоб-лоб. Концентрат для напитка сухой бодрящий. Тоже в грязях делают, кстати. Да? Ой, грязи это, конечно... Топ. Топ. Рагу из овощей. Консервы, овощи резаны в томатном соусе. Кабачки, перец сладкий, масло подсолнечное, томатная паста, морковь, лук, томаты, соль, сахар, петрушка. Молотый перец. И немножко грязи. Немножко грязи. И фрикадельки из говядины. Говядина, жир говяжий, вода питьевая, крахмал картофельный, томатная паста. Пахнет, знаешь, чем? Килькой в томате. Вот это... Не знаю, как пахнет килька в томате, но мне не нравится. Не, да, это... А ну. Ну, мясо такое, конечно. Посмотри, вот я наскреб. Это мясо? Угу. Давай, знаешь, что попробуем? Что? Разогреть, как они это думали, что это будет разогреваться. На той штурсе? Угу. Давай. Так, разогреватель. Использует только на открытом воздухе. Оно робит такую, да? Да, да. Тримая его. Да, угловатый вниз, острый вверх. Так, так. И это они один одному медали еще потом вручают. Ну, из того же материала, что медали за взятие Крыма, знаешь, делают. Угу. Тоже на том же заводе. Это сюда. Угу. Теперь где? Вот это вот так. Угу. Ну, я очень сомневаюсь, что получится. Ну, давай спичку. Або воно буде воняти, наверное. Ну, що делать? Вот так у них пердаки горять, коли вони наших бачать. Так, ну пока не получилось. Давай поки це знімемо. Давай. Ну. Оно противітрове. Да, да. Так, эта штучка загорелась. Угу. Боже, який ужас. Серйозно, вот так? Я очень сильно сомневаюсь. Давай побеседуем этим часом. Ты слышала, как наши пали там? Ну, у них такие разговоры. Подожди, что-то происходит. А не горит эта штука? Не, не горит. Тихо, тихо. О-о-о. Тихо, не, не трогай, не трогай. Там уже ріденько я пішла. Угу. А дай, будь ласка, досточку. Можна там ставити, ти думаєш? Ну, так. А це должно догореть или что? Я не знаю. Пока... Дуже романтично, да, по-моему. Пока горят сраки. Слушай, ну я попробую, короче, эту штуку. Оно выглядит, ну, не сильно сексуально, мягко говоря. Тоже... Ты знаешь, как будто вот то же, что они в гречку положили, только теперь они слепили из этого фрикадельки. Это фрикадельки? Да. Это фрикадельки? Ну, да, да. Не так я себе их представляла. Ну, это невкусно, как минимум. Оно... Попробуй. Я не хочу. Ну, попробуй. Я не хочу. Ну, маленький кусочек. Ну, ласка, нет. Ну, то просто консерва, ничего. Будто... Знаєш, у мене... Воно як будто із хліба, от. Коли ми починали, то я думала, що якщо в них щось буде фосоє, вкусне, то треба буде все одно казати, що ні, мерзкоє, не вкусне. То й не треба себе притворяти ні капелька. Воно як виглядає, такое воно і на смак. Ти знаєш, коли після гостини усе з многих тарілок все в одну згортуєш, і воно остине, бо ти в перший день блюда не помив посуду. І на другий день от такое лишається в общій тарілці. Да. Это... На самом деле, потому что они это жрут, им плохо,
и они потом не могут воевать, понимаешь? Если бы это, у них была хорошая еда, то было бы хуже. Это классно. Ну да, она справа. Что у них плохая еда. Та, у них все плохое. Вряд ли їм тут такі напакували неймовірні наборчики вкусні. Или знаешь, что я еще думаю? Если бы у них что-то было хорошее, если бы они к нам вообще. Ну, знаешь, вот, ну, да. Типа, если бы у нас все было плохое, а у них все хорошее, они бы так и говорили. Нам украинцы все типа, они нужны, знаешь, ну так бы говорили, нет? А так они смотрят, у нас все хорошее, у них плохое. Они такие, это когда зависть вот эта. Мы пойдем, будем до них. Где такое? Как будто это логика, и она даже через вот эту еду проявляется. Не может быть такого, что у них техника, солдаты не подготовлены, тёлка их не тупи. Но еда в них у наборах, там шашлычки им наставили. Но. Шашлычок, чтобы ты заплакала. Да, а я сейчас понял, в том, что с Одессы, там и борщик, и что еще, а в том, что с Западной Украины, там каша и паштет. Да. Ну то Одессы ты знаешь, а не знаю. Не знаю, что делать. Шарят, ребята. А борщик будет? Я же так хочу борщик попить. Так, трошки одійти от того. Да, да. Так, квасоля з курки. Ні, давай спершу. Можна я борщ відкрию? Ну, будь ласка. Та борщик зробив вичину. Пакет мені дуже подобається этот. Вообще, дуже современно виглядає. Удобно і легко його відкрити. І він стоїть, видиш? Він як этот, як уже тарілка. Чекс. Ого. Який кусок м'яса, прикинь. Ого. Я хочу, щоб моя мама... Я не дуже люблю, коли моя мама щось таке дивиться. Мам, будьте добрі, подивіться, як воно має бути. Слушай, ну пахне борщом. Ну да. Так, квасоля з куркою. В цьому пакеті на 350 грам не менше 24% куриці написано. Може таке бути? Более чем. Слушай. То подивись. Мам! Не, нормально? Ну да. Посмотри. Нет, еще унесли уже ту штуку. Мы сейчас подмонтируем, как выглядели тефтели. А как выглядит фасоль. И посмотри, это вот это мясо все. Нормально. Посмотри. А тут, а? Как тебе? На минуточку. А? Нет, так это реально. Ты прикинь. Бляха-муха. Не, ну слушай, откровенно говоря, без вся... Ну понятно, что идут русские вместе со своей армией. Но по фактам. Ты прикинь. Ты чё? Тут это просто, небо и земля. Тут просто мясо куча, посмотри. Сейчас мы это разогреем. Доброго вечора, ми з України. Шановні, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на цей канал. Тому що тільки підписка гарантує вам, що ви не пропустите нові серії «Дурнів смотрить сторіс» та інших шоу. В ваших інтересах підписатися. Ти підписана? Звісно. А ну не бреши. Не брежу, відписана. По-любому, це їхня розвідка в наших піддивилася, що може паштет ставити, він калорійний. І такі, а ми теж паштет поставимо. Не, або знаєш, може чей-то син генерала такий, а чому українців є паштет, а у нас ні, я теж хочу паштет. Знаєш, як от, я теж хочу шоколадку. Так, ну ладно, во-первых, вес, тут 50 грам, а тут скільки? А тут... 100. 100. Раз. Тоже... Это раз. Это раз. Открываем. Сможешь? Ну, конечно. Нет. Ну, конечно, нет. Опа, чикс. Угу. Я этот паштет знаю, я его ел. Ну, есть какая-то такая наявна щедрость, как будто. Наши как будто такие... Пузатенькие эти. Угу. Потому что мука из высшего сорта, а в них из первого, вот в чем разница. И этого достаточно. Угу. Мука играет роль. Ну что? Тебе треба тоже медаль героя, якого, что ты попробуешь. Оно похоже тоже на те кошачьи консервы, знаешь? Угу. Смотри. Дай мне вилочку. Это серьезно? Оно очень хуй. Блин, пожалуйста. Ну, чтобы не говорить, что я придумал. Попробуй. Ну, какое-то резиновое, типа. Ну, да. Ну? Потому что соя. Да? Да. Оно не мясное, точно. Ну, типа какая-то... И подивися на нашу печенку.
ти знаєш, як печень виглядає по кольору? Ну, от, так. Ну, так, ну, так. Да, да. Да, отут так намастив, як я люблю. Це плашний паштет, реально. Ребята. Боже, я така рада, що не треба придумовувати. Ребята. Создавати вид. Щоб ви не думали, понятне діло, цю у нас ніколи не купите. Но этот паштет, у него узнаваемая упаковка, вы его в любом магазине 100% найдете. Купите везде. И попробуйте. Ну, реально классный паштет. Сидишь где-то хавай. На природке, завалил пару орков, хавай. Так, да, на крекере он даже выглядит, как те... Как те маленькие... Да-да-да, бутерброды, которые такие маленькие. Угу. Фосо, нямка-нямка. Все, паштет. Больше? До борща можу попробувати. Угу. Із цього. Це з різних, не путай. Це з різних наборів. А це до борща, а ага, сюди. Ага, да-да-да-да-да-да-да. Все, поняла. Це чоловік їв з гречаної каші. Поняла. Так, коротше, і ще раз. Ну, как бы, реально, воно цвіта... І консистенція, така ну. Дуже-дуже подріблена. Да-да-да-да-да. Щоб не було видно, що там. І на смак, як будто сої дуже много. Угу. Ватної. Ватної, да. Это пусть будет, я еще поем. Це один обід. Ну так, то знаєш, для такого козака, мама очі виматує колоть. Ну просто, вони лізуть і лізуть, ти їх б'єш і б'єш і б'єш, то багато калорій виходить, знаєш. А нема такого, що кілько тратить український солдат калорій? Тисяч? Конечно. Плюс-мінус тільки вже одна калорія до одного солдата прирівнюється. Нема такого? Може 100 до одного, десь так. Ну тобто знайде так, а потім так ще зробить. Ну тоді 100 калорій виходить. Ти файний хлібчик ну. Тримай. Класний, вони м'якенькі. Угу. Ну давай там. Ну ти хоч більше. Я хочу більше. Mm-hmm. Мені цікаво, а як воно так зварено, що воно не втрачає вид? От видно, де капусточка, де морквочка. Mm-hmm. Як воно так? От, картошечка. Блін, сухарі там. Там фасолі, взагалі ні одна фасоль не розпалася. Мам, фасоль не має розпадатися. Смачно. Ану. Ну, м'яско. Воно, кстати, странно, що із пакета от такого. Да. А смак, як будто з кастрюлі. Ну. А як вони так це роблять? Я не знаю. От ложку класно кладуть. От ця ложка да. Ми самі принесли. Я тобі говорю, сим можеш око виколоти, щоб ті не виділи, що красти. Посмотри, скільки здесь м'яса. Це просто реально м'ясо. Мам! Угу. Ой, блін, я люблю. От це я люблю прям. Фасолі? Угу. Блін. От це, ну, то есть борщ, типа, ну, вкусно, но, скажем, на мой вкус, типа, норм, не супер. От це... Я пожаліла, що я спочатку жалувалася, а що ти мене покликав пробувати, прикинь? Це просто м'ясо куріне. Посмотри, у мене косточок нет. А як воно зберігає консистенцію, я не розумію. Вкусно? Подивіться, будь ласка, шановні, що такий шмат м'яса? Магія, не іначе. Блін. Охеренний обід. Давайте вже уб'ємо побыстрее всю ну, бо хочу обідати. Кстаті, я тільки вже таке придумала. А давайте, коли ми виграємо, ну от з дня на день. Коротше, коли ми будемо празднувати, щоб гостина була от така от. Да. Ти прикинь? Так, да, всій країни. От це мені взагалі... Я просто такое люблю. Я дуже люблю борщ, но реально це вкусніше даже. Mm-hmm. І об'єм. Я не знаю, посмотри, скільки цього борща. Я б тільки не з'їла. Як будто ти два рази можеш пообідати, правда? Та бо... Типу, от це все зараз є дуже багато. Щось залишиться, треба мати час їсти. Mm-hmm. Ну, це, во-первых, во-вторых, типа, це, мабуть, може бути рассчитано, що якщо буде дуже великий мужчина такий, щоб він не був голодний. А такий, як я, наприклад, то ще не самий маленький. Ну, я би от це мені два рази я можу поїсти. Я, мабуть, от це борщ з'їм, якусь галету, ще там щось і все. Прикольно. У нас остался еще второй суппоек. Там, где у нас каша гречана. И есть еще вот нивский рагузовый чай. Подивимось? Давай. Что-то. Конечно, интересно, что за они туда поставили. Рагу из овощей. Это как будто из избирателей Путина. Типа. Куда они все время деваются, блин? Как будто каждый из них трошки причетный до сего. Да. Вот это... Неудобно, честно. Ну, блин, залито маслом или чем-то таким. Пахнет, как икра из овощей. Может, им это, знаешь, зачем дают? Побыстрее как-то тут все делай, вернешься домой к нормальной еде, знаешь? А ты думаешь, у них нормальная еда? Может, эти женки там, это, шо, хотя капусту варят, у них этот суп щи. Щи. Я не буду, можно? Ну, пожалуйста. Ну, будь ласка. Ну, че, ну, как и паштет, оно просто ну, никакое. Ну, дивись, ложка жовтая, с него капли масла, ну, можно и так много хотя бы. Ну, на чуть-чуть, так.
Оно просто невкусное. Оно типа это как это овощи. Ну типа ничего тут такого, наверное, нет. Оно имеет какой-то сырой еще привкус, как будто, знаешь, на что похоже? На морские водоросли. Вот этот салат с морских водорослей, знаешь? Нет. Черное такое дерьмо. Ну это гадко, прям типа такого не может быть, что ты такой. Сейчас я достану вот отсюда вот эту. И буду это есть, и будет класс. Я наконец-то отдохну, потому что мы бежим второй день. Бендеровцы нас сейчас хоть поем. И ты потом достаешь это и такой, да ну еб твою мать. Да ну еб твою мать. И ненавижу еб Россию, даже пожрать нечего. Потом, конечно, берешь палку и идешь курицу догонять. Ты прикинь. Ну ты это поэтому. Я понимаю, почему он курей. Это поэтому. Фу. У меня всегда есть это ощущение, когда мы снимаем эту программу, когда что-то про плохую еду плохое говорю. Я всегда вот думаю почему-то про себя, что люди подумают, типа, да, или что-то такое. Я всегда скажи, прошу кого-то подойти, попробовать там Диму. Я тебе говорю, я так думала, а, що да? Мені треба буде спеціально трошки кривитися, угу. Щоб у них мов мирської. А тут не треба кривитися. Тут треба їм сочувствувати даже трошечки. Ні, на пошли. Конечно. Тут є якоїсь такої, знаєш, аж. Типа, они, окей, это овощи, ну понятно, это овощи в масле, как бы задумка, понятно. Но это или не хватает каких-то специй, или чего-то, ну типа, оно уничтожено. Это просто ты закинул в себя и дальше пошел яму рыть себе. Ну потому что пока ты... Это чисто, чтобы были силы самому себе вырыть ямку. Слушайте, орки, сдавайтесь к нам в плен. У нас кормят лучше в плену, чем вас ваша армия кормит. Посмотрите видео людей, которые находятся у нас в плену. Они довольны, их вылечили. Они сидят маме по телефону, по видеосвязи звонит. Мне всегда это так. Я не знаю, когда была та чеченская война, русских брали в плен, там никто не давал звонить, там голову отрезали вот так и все. Знаешь, типа и выбрасывали в яму с головами. У нас чересчур добрые, типа, на, поешь, на, маме позвони, да, скажи. Да, на чайок чай, сразу, да, да. Чтобы загреться, бо он трясется с этим чаем в руках, скажи. И он, мне дали поесть, мама, не переживай. А та мама и не переживала. Она такая, а ты в плену? Ладно, наберешь потом. То я на работу иду. Я слышал, это реально, тип звонит, какой-то мусульманин, ну, не же много там, звонит, он звонит, ну, брату, не знаю, или он так говорит, братан, или что-то там, салам алейкум, алейкум ассалам. И тот куда-то идет, слышно в телефоне, что-то ищет, типа, или дома ключи забыл, знаешь, он говорит, я в плену, ты в плену, брат. И дальше, типа, что-то ищешь дома, знаешь. Это обычный разговор. Да, все нормально. Не, ну все нормально у тебя. Но хоть все, поешь. Да, дверь закрывает, он потом подъезд слышит, он идет куда-то. Ну, брату позвонил. По делам. Да, конечно. То им наплевать даже самим на но себя. Но если им самим на себя плевать, почему ихним начальникам має бути наплевать на солдатів? 100%. Так, это... У нас остался из второго нашего сухпайка, да. Каша гречана з яловичина. Лиманський район, Одеська область. Яловичина знежилована, подрібнена 37,7%. Крупа гречана 26,8%, вода питна, жир свинячий, цибуля рібчаста, пасирована, сіль, кухонна, перець чорний, мелений, лавровий лист. І трошки любові. Бо тут партія L, любов. Наверное, ті здаються, хто видели наші сухпайки, знаєш, ті русські, вони такі, дай, ну, фонари есть в селах, дороги есть, сухпайок нормальный, что за кого мы тут спасаем? Я ще бачила такое, что они переодеваются в наших. Может, да. Они переодеваются, чтобы им такое выдали? Да, да. Я свой, дайте похавати штемпи. Такое что-то уже было. Это в каком-то... Это было на сніданок. В другом, да, да, точно. А это на обед. Там, где было мясо на сніданок, это обед. Да. Ну-ка. Много так. Угу. Да, видно, что мясо косое. Так, а ну, Ника, разогрей, пожалуйста. Так, ну. Пахне фосо. Угу. Що то фосо? Фосо, ну як ти думаєш, понюхай, як пахне, от це фосо. Класно. Ну та гречка була ліпша, сніданкова. Ну яка-то була крупніша, як будто. Угу. І твердше, це як будто сильно сварена. Може якийсь другий сорт крупний май. Може якийсь? Ну в цілому, я таке люблю. Я навіть домой покупаю іноді гречку з говядиною і типу на сковородочці і цей 50 грам, прошу прощення. Ні, я так люблю. Солененький огурчик, от це все. Воно таке, ах, жалко дівчинку не пригласити. Якщо б тебе парень пригласив в гості на такий ужин? Ну якщо він солдат, ага. То я б йому дала. Да? Ссылка в описании, уважаемые солдаты. Хлопцы ЗСУ, а тероборона рахуется. Угу. Наличие автомата еще важно. Да. Такого великого автомата. Покажи, какого размера должен быть автомат. Ну, такого.
Яра. Такий важкий. А він десь в куточку має стояти, поки то все. Ну, щоб ти дивилася на той автомат. Не знаю. Ну, мені подобається, коли на груді отак не тримає автомат. Ну, небезпечно. Знаєш, що дуже неприкольно? Ну, коли удариться отак на автомат? Ні, коли автомат висить на шиї. Ну, це якось так странно. Воно важке 100%. Угу. Дуже. Я не тримала ніколи в руках. Ну, дуже странно, коли там чоловік щось робить, і в нього автомат висить на шиї. Зразу видно, що чоловік мало має відношення до цього оружия. Ага. Коли він його держить правильно, зразу видно, що шарить. Подобається тобі військові, так? Давай їсти. Так, де там записатися? В оборону. Мені попадається м'ясо, воно подрібнене, але ну, вкусне. Ти, кстати, такий вопрос задав. Як я на нього можу відповісти? Як наш солдат може не нравитися? Ти гониш? Ну як він може не нравитися любу дівчинку українці? Не, може тебе Америки нравиться? Та ні. Мене укачує у морі. Ілі льотчики. Прикольніше, чим моряки. Ілі погранці, тому що собакою. Та де, йди геть. Собакою. Та де, я з Закарпаття, погранці мене взагалі не пригадують. Я їх вижу по через день, ти гониш? ЗСУ. Мені нравятся погранці дівушки. Да? Да. Вони так волосы убирають. По чапочку. Все, ладно. Нямка. Хочеться, щоб вона мене досмотрела, знаєш? Да. Що там у тебе в карманах? Подивіться, будь ласка. Так, ну класно, ну що, гречка з м'ясом, да. Тут еще знаешь что? У нас был джем и мед. Вітамінізований джем фірми Фосу. А що ти тут читала? А, виробник ВНП «Українське дитяче харчування». То нашим солдатам дають те, що можна дітям. Діткам, що можна їсти. Прикинь, з вітамінчиками. Ласуночка. А тут у нас то соломія. Просто порівняй по назвах. Но. Соломія. Дитяче харчування. Да. Грязь. Грязь? Да. Так, подожди, тут ще щось було. Ну, житомирські ласощі, будь ласка. Житомирські ласощі. Но. А Грязінський пішовий комбінат. Грязь. Грязь. Так, а ну. Я мед хочу попробувати. Блін, посмотри, яка вишня. Це із того садка, що коло хати. Над цими вишнями гули хрущі. Дуже вкусно. Якщо прислухатися, там даже чути хрущі гудять. А ну візьми печеньку, я тобі дам. Давай, секунду. Реально класно, вкусно. Чікс. Дуже солодкий, але то так має бути. Але так і треба, да. Ну, у мене немає дітей поки що. Ще війна просто не кончилася. Ну, я питала твоїй дитині. Ну, слушай, ну якщо пише. Ти трошки. Якщо пише, що дитячий комбінат, то. Що там по десертам? Вряд ли наші солдати читають то в склад і все приблизне. Ну, просто приємно за них знати, що це все реально спаковано. Ну, на секундочку. Дітське, і що, як воно називається? Українське дитяче харчування. Та житомирські ласощі, ти розумієш? А і чай ти робиш із фірми Соломія. Три із трьох. І ти з любов'ю захищаєш свою землю. Дуже класно. І якоє настроєння у орка? Грязь. Грязь. Медок хочеш? Трошечки медка. Ну, вряд ли, ми все перепробували і все фоса, а мед такий собі. Ну, тим не менше. Я, кстати, в меді шарю. Ну. Тяжко його видавити, бо я лише маленьку дирочку зробила. Угу. Хороший? Так, потри язичком у небо. Якщо не чується сахар, а воно топиться зразу, то це хороший мед. Якщо трошки пече горло. Сахар не чується. Значить, хороший медок. Добре. Меду було два. Лера, а в тебе є інстаграм? Божечку, є. А ну, скажи, як він зветься? Він зветься Селера Мендюк. Селера? Да. Або вже інший якийсь. У мене інстаграм, прикинь. Як? Ти її не знаю як. Я не удивлюся, якщо то москалі руку приклали. Тут? Нічого. Взяли і вкрали інстаграм у мене. Як ти кажеш, нічого? Нічого. Ну, типа, ні з того, ні з цього. Шановні, вас дуже прошу, посилання під відео на новий інстаграм Лєри. Підпишіться, будь ласка, бо вона не як... Нічого. Нічого. Так. Ну що, переходимо к ужину? Давай. Фух, мені таке відчуття, що ми вже 2 часа їдемо. Так. Зараз цей? Давай. Давай. Зараз представляємо, що той Путін. Так, звісно, печиво. Каша. Перлова зі свининою. А перед цим була гречана. Гречана. Ну і саме необхідне. Угу. Опять-таки мед на десерт, серветка і цукор до чаю. Ну ти знаєш, що одеський сухпайок, що це таке відчуття, що одесити там, що-то знають. Ну-ка, давай-ка. Прикинь, там зараз голубці, штрудель. Каша перлова, кстати, теж. З яловичими овочами та перцем солодким. Пожалуйста. Сухарики. Угу.
Галеты. Галеты, знаешь, это что же? Сытное. Да. И то, Житомир сказал, еще и то. Так, классная ложка. За эти ложки отдельный респект. Ложки очень крутые. Да. Ну, из всего прям эти ложки топ. Еще мед. Другой. Да, в цих тоже. В цьому ще не було меду. Ага. Це на вечері дали. Да, да. Натуральний квітковий змішаний мед. Ти прикинь. Квітковий. Ну що? І. Та якась по-любому. Так, у них тут фарш колбасний любительський. Знаєш, типа, вони дають солдатам їсть того, що вони потім превращаються. Олексію. Типа, будемо їх забирати? Да ні, це вже фарш. А компанія Рускон. Чё не хуйня? Пюре из яблок, сыр плавленый, гуляш с картофелем, галеты и там вот эта вся ерунда. И бекон. Тут на самом деле было на ужин больше, ну, больше всего. Ну там, по-моему, что-то ведь сыр, ведь что-то было из обеда, мы просто не открыли. Да. Значит, должно быть галеты, бекон, фарш, гуляш, сыр. Не, все правильно. Да, все правильно. Да, и пюре из фруктов, да-да. И вот это все на ужин. Но прикол в том, что не каждый орк доживает до ужина. Да не каждый. Ну. Кто из них вечеряв, я тебя прошу. Конечно. Они такие, а что у нас на ужин? Ничего, я не знаю, никто еще не смотрел ни разу. Так, ну ладно, давайте начнем с этого. Фарш колбасный любительский. Что это за ад? Я ж тобі казала, там то же саме у цих консервах. Що би там не писало зверху, як у собачої їді. Що би там не писало, в самому дешевому завжди одно і то же. Ну, ти серйозно? Ну, не то же саме, я тобі говорю. А знаєш, це що? Це, коротше, от якщо прийти в магазин і купити самую дешевую колбасу, у мене мама такої собаки брала. Типа, знаєш, самую дешеву варену колбасу. Її, мабуть, для собаки роблять, може бути. К сожалению, хтось... Там багато сої, туалетної бумаги. Да, вот да, цього, точно. Вот як говорять, колбаса з туалетної бумаги. Сніми її, і ми це викинемо. Це гадость. Дякую, що не даєш мені пробувати. Ні. Це, коротше, перемолоті відходи м'ясопроизводства. Не заморочуються сильно. Якби русські брали когось, якби їм хватило сил взяти когось в плен, то вони не катують людей, а просто дають все хавати. Ти зараз будеш їсти наш сухпайок. Де начальство? Так. Плавлений сир. Плавлений сир состоїть із сиров полутвердих, творога, молока сухого, масла сливочного. Мені кажется, це все... Ну, типа, масло сливочное. Тебе не кажется. Зверху норм выглядит. Ты знаешь, мне так не показалось, потому что он должен быть такой блестящий. А он... Матовый. Матовый. Ну, на вкус, как очень дешевый плавленый сироп кубиком таким. Такой дорогой янтарь, или как он называется, он такой жирный. Угу. Знаешь, ну, он мяжется. Почему-то. Кислое трошки. Не, это нормальный вкус. Да? Оно очень такое сухое. Короче, вот это есть, это хуй. Ну, как будто мука. Крахмал или мука, да. Что-то такое. Ну, прикинь, ну как это есть? Это типа что? Это треба намазать на хлеб. Но оно не намажется. Типа, это не намажется на хлеб. Намажется? Нет. Но он намаже. А как он одной рукой намажет? Ну, их учили. Бекон армейский. Это вообще загадка. Деликатес пішов. Свинина, соль пищевая, смесь посолочная. В нее сходит сахар, усилитель вкуса и консервант нитрит натрия. Ароматизатор коптильный. Пожалуйста. Ой. Та що вообще такое? Не знаю, щось мерзкое. Я такое первый раз вижу. Там жилки такі біленькі. Угу. Йо. Что это такое вообще? И це ці люди кажуть, що... Это... Так тут кожа кусок, посмотри. Это ж кожа, нет? Да. Кожа есть. Бекон армейский. Их из ремней делают. Мясные консервы, рубленые сыры. Я такой первый раз вижу, честно говоря. Ну паштет понятно, ладно. Там все сыр, на свете. Сыр понятно. А это что? Это как? Это бекон. Это надо взять и есть просто так. Что это? Это просто жир и кожа. И на этом жарить можно, наверное, я не очень понимаю. Не, ну я имею в виду... Смазка цей жир может использовать и развлекаться. А зачем им смазка? Они же там все в России на бутылке сидят, у них и так такие жопы. Их правительство имеет 20 лет каждый день. Зачем там смазка уже? Короче, фу. Без всякого. Это просто жир, кожа. Но это ароматизатор. Тебе же написали этот дымок. Да, пахнет бужено. Дымок. Запах дымка. Тут даже мяса нет. Я не понимаю вообще, как это есть. Посмотри, это просто жир. Ты видишь там это? Это вообще очень странное. От этого оторвануться можно, если это сожрать. Это просто жир.
бекона. Ще раз, бекон армійський. У них техніка з говна і палок. Угу. Потім жира пожрали. Жир і кожа. Ну, жира пожрали, льок спати. Завтра вже не день. І вони щось нам кажуть, що ми їмо сало. Да. Ти прикинь? Да, прикинь. Якое наше сало, і все он, дико, ну не кни. І кусок сала. Но. На чорному хлібчику. Ну, конечно. Коло борщика. Но. І, пожалуйста. Твою мать. Просто жир запакували, з собою привезли. Я горжуся, що я салоєдка, коли такое. Так вони не їдять сало, знаєш чому? У них не є. У них вот это. У них вот это. Шмар. Витирай рука, бери мокру салфетку. Давай. Реально мерзка. Так, давай посмотрим гуляш с картофелем. Консервы, мясо растительные, стерилизованные, вторые обеденные блюда. Срок годности 2 года. Вот это не... неудобно. Открывать. Может, если ножом как-то подрезать? Тут то, что там закотилося трошки. Ммм, воно так виглядає, якщо його перевернути на тарілку, ну. І так не вистачає петрушечку зверху поставити. Воняє, опять, що це таке було у них в томаті? А, фрикадельки. Да, да, вот да, эти, да. Точно так же воняло. Ну то кошмар. Ну тут как-то много моркови, оно, короче, ну картоху спробую. Оно заправлено каким-то или томатом, или морковью, я не могу понять, чем-то овощным. И оно очень яркий этот вкус, и такой... Я не буду, можна. А кормить будете? Будем, будем, сынок, поехали. Будешь есть там у нас, все нормально, голодный не будешь. Вот ужин. Это... Скажу в третий раз, для нас это супер кайф, что их так плохо кормят. Они реально с каждым днем, питаясь вот так, они умирают сами по себе. Ты если это будешь каждый день есть, ты сдохнешь сам, без пуль. Прикинь, вот это кто-то месяц уже тут сидит. Ну, то вот, он из жоги просто скорчится и будет себе сидеть. Тихенько. Попробуйте дома просто, ну теоретически, понятно, не нужно это делать. Представьте себе, что вы каждый день плохо питаетесь. Ну день, организм так еще, знаешь, он типа там водички попьет. Дома невозможно, ты разумеешь, что тут не лишь в еде діло, а в цілому в условіях. Mm. Вони мало сплять погано. Да. У них постійно, не знаю, там вони в мокрому всю дорогу, плюс стрес, да. Плюс самі по собі вони не із самим ліпшим імунітетом приходять. Ну, вряд ли вони там кошерно, ну, да, собі жили. Ну, такі, да, підкріплені компет-богатирі приїхали. Вони роздохляки всі. У домашніх умовах невозможно уявити, що ти просто цим похарчувався і поняв, як вони себе чувствують. Да. Як треба бути в домашніх умовах, що треба їсти або не їсти, щоб піти палку в кур? Ну да. Ну типа, якщо у тебе вот з собою є вот курятина, ми тільки що смотрели з бабами, уже готова. Ну да. Тебе ту курицю треба убить, все випотрошити. Я навіть не представляю, як це. Якщо не вот так їсть, то як? Типа, це невозможно. Це треба сісти і зайнятися їй. Ну да. Ти що, її в магазині готовую покупаєш, ну в смысле, зроблену для приготовки. Так. Що у нас осталось? Наші вечері дві. Сухарика, нямка-нямка. Подивимося це. Угу. Каша перлова з яловичиною. Чи яловичиною, правильно казати? Яловичиною. Телятина. Телятина, я телятина, кажу. Телятина, овочами та перцем солодким. Бон апетит. Угу. Такие порции большие, нет? Угу. Что залишилось? Там на самом деле еще осталось... Она просто прилипла, ладно. Я не очень люблю перлову. Ты ешь перлову? Я вообще не люблю перловую кашу. Нет, у меня в детстве перлова каша была в качестве наказания. Только хотел сказать. Серьезно? Угу. Не будешь слухаться, зварю перловку. Будешь перловку есть, да. Что-то вообще такое перловка звучит как ругательство какое-то. Да, да, знаешь? Я тоже не понимала никогда. Отмените, пожалуйста, уважаемые Минобороны. Многие солдаты... В детстве мамы наказывали перловку. За что вы их наказываете? Я харилася еще на стадии, когда мама купляла перловку. Я не понимала, ага, зачем? А ты уже знаешь, типа одну тройку получила, вторую тройку, мама купила перловку, третью тройку, поехали. Ну не, я гарно училася, нас за другое наказывали. Не будем удаваться. Что интересно, во втором сухпайке тоже была перловка, только со свининой. Угу. Здесь с говядиной. А там телятина. Угу. Выглядит норм. Угу. Ну, только пока жир сверху. О, слушай, такое мясо сразу. Есть. А як в таку маленьку коробочку так много помістилося? Скажи. Ну, очень большие порции. Такая. Так, это мы выбрасываем. Нагрей, пожалуйста. Пока предлагаю... ужина. Пюре из яблок. Пюре яблочное, сахар. Ну, мне видится, что вряд ли вот орк попробовал то, что он попробовал, и такой, о, десерт! Да. А ну что там? Это ну, как, как детское пюре, угу, знаешь? Типа баночки такое детское. Ну, вряд ли он и тут на пужине. Просто перемолоти яблоко. Ну да, и в баночку налить. М-м.
Яблоко. Нормально. Опять очень сладкое, ну типа к чаю. Ну так думаю, и треба, да, там ничего. Калорий больше. Угу. Тут справились. Молодцы. Буквально несколько блюд из того, что мы попробовали, из всего сухпайка можно было есть. Правда? Сколько несколько? Ну, вот пюре? Вот это и что-то было? Ну то, что тебе было норм, те овощи, черагучи, что-то было. Не, вообще, блядь, отстой. Шоколад предлагаю еще попробовать. Давай. Раз так, тоже. Вообще-то у нас вся ставка была на шоколад. А прикинь, если на руському цьому подивитися, де зроблено, і це єдине не грязь. Це не грязь, да. Це Рязанська область. Ну, шоколад. Ну, обычно дешевий шоколад, да, як просто Аленка. Аленка мені більше подобається. Ну, так, да, типа просто шоколад. Рассчитывать на что-то особенное тут не приходилось. Как будто просто сладкое. Соевый лецитин. Незначительное количество молочных продуктов. Ну, пожалуйста, поддись, оно мало будет. Мы ждем наш ужин. Так, Лера. Да. Ну, то моя нелюбимая. Перловка. Вот это будет поприкольнее все равно. Бо там бульончик, а это сухише. А, это с говядиной, это со свининой. Угу. Блин, перловка. Со свининой вкуснее. Да? Угу. Это вообще такая... это хорошее. А тут є бульончик. Не-не, це отлично. Тут Західна Україна. Да, це странно. Да? Не дуже. А це свинина. М'ясо і там хороше. Вот это, не знаю, мені щось не понравилось. Или по спеціям. Ти прикинь, ми в цьому сухпайку недовольні спеціями. Да. Спецій, мол, в одному недостатньо, а в другому норм. Ну, само сочетання спеціям мені не подобається. Ну что? Это вообще-то шоу, иди. Иди гет. Спеці йому не тут. А ну не чіпай, то я буду доїдати. Маленького піску. Доброго вечора, ми з України. Лера. Ну що? Ну так, знаєш, загалом. Як тобі армійська їжа? Чесно, я думала, що буде хуже. Ну, дуже норм. І сит. Я борщ, коли виділа, я припухла на секунді. Борщ. No. Борщ. Ти коли в останній раз їв борщ? Та, не знаю, місяць тому. Ну от. А наші пацани там, возможно, даже вчора. Та да. Прикинь. Ну да, борщ. Борщ. Меду туди поклали. Прикольно. Прикольно, вкусно. І так, знаєш, по-домашньому якось, по-нашому, як будто. Це таке... Оно не отдает... Чем-то таким военно строго. Да. И чувствуется какое-то тепло. Вот, типа, знаешь, даже там, типа, перловая каша с говядиной и сладким перцем. Да. Знаешь, ну, вот как-то... Так лагидно. Прикольно. Мне очень-очень сильно понравилось. Я прям бы вот это бы ел. Это бобы с курицей, по-моему, фасолька. Они были. Да, фасоль с курицей. Блин, это было прям круто. И так много мяса. И оно такое сочное, вот такое. Я просто еще представляю, ты набігався там, знаешь. Вони ж не сидять, ну інколи, мабуть, сидять, але так. Переважно, я думаю, що йдуть чи біжуть, чи щось таке там. Біжуть. А сухарики? Сухарики. Як у ліпші времена. Ну. Як у школі на перерві. Я такі сухарики покупав, розфасовані такі. І думав, що я буду то з пивом пити. Ну, пиво не давали. Короче, ну ты где-то набегался, ты проголодался. И ты не будешь расстроенный ни капли, что ты увидишь, то, что ты увидишь, когда распаковываешь всю движуху. Ну, ты прям поешь, классно тебе будет. Ну да. Это очень хорошо, я очень рад. Сытненько и приятно. А еще я очень рад, что столько еды оказалось в русском сухпайке. Да не столько, а вся. Там из нормального было пюре. Пюре, да. Кстати, мы его даже не выбросили еще. Яблочное пюре. Единственное, что мы не выкинули. Лера домой его хочет собрать. Ну, забирай, не буду. Значит, во-первых, все те паштеты, они реально кошачьи. Ну, то есть это, ну, простите, кошки, кто нас смотрит. Там, извините, как там по-кошачьи. Ну, те, у кого есть кошка, кто купляет, они знают, что есть такая движуха, что сами дешевицы, они все одинаковые. И вот они точно такие. Да. Потом вот та овощная икра или что-то было, овощное рагу, да. Это вообще, то есть если человек... А-бекон. Да, а-бекон. На секундочку, верните нам просто картинку бекона. Это просто кожа и жир. Оно еще... Мы сейчас в помещении, тут плюс там 22. Ты прикинь, это ты где-то открываешь на улице, где плюс 2 там, или минус 2. Оно просто, это кусок жира с кожей. Прикинь. Это просто... Ще бекон. Да, армійський бекон. Армійський бекон. Це те ж саме, що пише друга армія світу, а приїжджають ті, хто приїжджають. Ті, хто не уїжджають.
армійським беконом. Бо вони заряджені армійським беконом. То все стало ясно, знаєш? Ти прикинь. Ну що, саме головне, це те, що ізготовитель їх їди... Давай поблагодаримо виробника їхньої давай. Їди. Уважаємо... Ваш внесок у нашу перемогу зроблений уже давним-давно цими всіма штуками. Десь 10% наших успіхів – то заслуга Грязінського піщевого комбінату. Огромное вам спасибо, ребята. Рекомендуємо всім русським солдатам такої хавати. Передаємо привіт в город Грязі, Грязінського району. Спасибо за індивідуальний раціон питання номер 2. Это просто потрясающе. Ребята, реально, если бы мы знали, мы бы даже по вам не стреляли. Мы бы просто так заборчик поставили, вы бы там это немного поели, и потом просто от язвы слегли все в нашу землю. Сходите древо. Да. Ну что, приезжает грязь, ест грязь, смешивается с грязью, как говорится. И маємо то, що маємо. Маємо то, що маємо. Ну, ще щось хочеш сказати, не? Да. А ну? Спасибо, що покликав. Спасибо, що прийшла. Золотенький. А ну? Знімім собі номер, Олексію. Давай. Ні, ти не солдат. Нечисто, бо не хочу мати. Це була їда Дурнєва. Це була Лера Мандзюк, Льоша Дурнєв. До скорої їди. І слава Україні! Героям слава!